С 1 июля на территории Химок начнут отключать горячее водоснабжение. Как известно, необходима такая мера для того, чтобы в отопительный сезон все тепловое оборудование работало без нареканий. Этот период необходим для профилактических работ на трубопроводах и оборудовании. Просим с пониманием отнестись к работе энергетиков. Однако в этом году долгих двух недель не будет. Согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сроки отключения сократили до 10 дней. Завершить все профилактические работы планируют до 31 августа. Узнать о датах отключения горячей воды в том или ином районе округа можно на официальном сайте администрации. Нина Бережная, Ксения Брагина, новости Химки ТВ.